Селфи стало причиной ареста туристов. В Канаде двух туристов из Франции арестовали за попытку сфотографироваться на мосту. Об этом сообщает CBC News. Двое французов забрались на мост, соединяющий города Квебек и Леви, вечером 21 мая. Оказалось, что они хотели сделать селфи на фоне красивого вида, однако им помешали. Спустя несколько минут они были замечены очевидцами, которые вызвали полицию и пожарных. Сотрудники спецслужб попытались снять нарушителей, но те согласились слезть самостоятельно. После разбирательства полиция отпустили французов. В мае в сети появилось видео, на котором запечатлено, как желавший сделать селфи турист из Индии упал с вершины водопада. 24-летний Субрат Наг посещал со своими друзьями водопад Гали-Гайдар в Карапути и хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности. Однако во время съемки парень поскользнулся и упал с высоты 15 метров. Больше важных новостей в TEL и GREM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.